Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в Forest of Nature. Сегодня мы с вами отправимся фармить топаз, который нам необходим, чтобы взять следующий уровень. У нас 10 крошек есть, и нам нужно еще нафармить хотя бы 5 крошек. Собственно, отправимся мы, естественно, на ту полянку, где мы добывали очередной наш фрагмент Forest of Nature. У нас там есть портал, мы все с вами это сделали, все поставили. Так, и надо посмотреть, да, есть ли слитка стали, потому что для следующего уровня нам будет необходим не только крошка топаза, но еще 3 слитка стали. Собственно, слитки стали у нас есть, и крошечку, я надеюсь, мы сейчас нафармим. Нафармим и будем брать следующий уровень и разбираться, смотреть, что появится нового, что будем крафтить, что будем строить и так далее. Ну, в общем говоря, увидим. Давайте сразу отправляемся в Андромеду. Стрел вроде более-менее есть, да? Да, вообще надо было, конечно, проверить сначала, потому что отправляться, ну ладно. Так, 149 стрел у нас, в принципе, есть. Чай есть, если вдруг нас заразят. Вернее, отравят ядом скорпион. Кофе есть. Пирог 15 штук. Не, надеюсь, нам хватит. Надеюсь, мы справимся. Будем не спешить, собственно, потихонечку фармить. Попытаемся по одному и вытягивать. Вот там сколько наспавнилось, да? Всяких товарищей рогатых, хвостатых. Ну, и таким образом, собственно, будем справляться. Давайте, как раз-таки, мы с этого товарища начнем. Ну-ка, иди сюда к нам. Иди к нам. Давай. Оп. 17 уровень. Офигеть, давай. Так, короче, достаем меч, я думаю, и потихоньку будем. Ага, главное не забывать, что они могут еще сразу немножко подтягивать свой удар. Кинуться в сторону и надо подальше отбегать от них. Ну ладно, этот вроде как не сильно агрессивный. О, вот я об этом и говорил. Иди сюда. Давай. Почти попал, ты смотри. Сейчас попадет этот раз. Ладно, ничего страшного. Один раз это ничего. Куда побежал? Ну-ка сюда, сюда иди. Иди сюда. Оп, мимо, давай. Оп, оп, мимо. Херакс. Все, молодец. Нифига там с него не выпало, да? Ну ладно, ничего страшного. Это был, в принципе, первый моб, тут еще их предостаточно. Я надеюсь, у нас все получится. Я надеюсь, у нас все получится. 19 уровень, охренеть, еще такая куча прибежала. Че ж все бегает? Ну ладно, буду потихоньку вас всех пулять. Надеюсь, вы не будете отхиливаться. Давай, иди сюда. А я и промазал. Почти. Было близко. Было близко, но недостаточно близко. Поэтому... Ах ты, куда такой? Выпячивается. Посмотрите-ка на него. Так и будете с толпой бегать? Алло. Мне сразу тоже страшно подбегать. Никого не ударить толком. Давайте вот великанчик побьем. Полупим немножко. Поковыряем, так сказать, да? В надежде на то, что он даст нам крошечку. Крошечку. Блин, это толпа, которая тебе вообще не нравится. Представляете, если они все разом нас попадут, это будет не очень. Эй-эй-эй-эй, вот примерно да, примерно вот так. Только еще если бы к ним голем присоединился, было бы вообще не очень классно. Ну ладно, давайте так, сейчас темнеть начнет, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Темнеть будет сейчас, но это совершенно ни к чему. Ни к чему, я говорю, тихо-тихо-тихо. Ты такой агрессивный, вот, зараза, с тебя по-любому должна крошка выпасть. Просто 100% должна, ну-ка давай. Тихо-тихо-тихо. Ну. Понятно. Видимо, нет, да, все-таки, ну ладно. Тихо. Размахался тут своими клешнями, блин. Такие, конечно, все злые рычат прям. Опа! Ты посмотри, какой злой. Какой злой, еще и попал. Здорово, все-таки. Значит, съедим все-таки трок, я думаю. Немножко подхилимся, так сказать. На всякий случай, то сейчас опять западню попадем, и будет не очень хорошо. Нам этого не надо. Тихо. Дальше не беги, главное. Ага, теперь еще и другой подошел, да, новенький, свеженький, окей. Я понял, ну ладно. Будем справляться. Будем как-нибудь справляться вот таким вот макаром. Тихо. Фига ты такой. Ты че? О, застрял, нормально. Хорошо было, сейчас было хорошо. Так, тихо, давай, иди сюда, великашка. Сейчас я буду ковырять. Эти. Ну давай, тебе еще буквально разик, да? Да, молодец. Так, что-то я смотрю, не спешат, ну крошки падают, да, в этот раз как-то совсем. И в прошлый раз было гораздо как-то все легче. В плане лута. Падало именно то, что нам надо. Тут что-то прям. Ах ты зараза какой. Ну-ка. Ах ты жопошник, еще и достал тебе меня, да? Так, надо кофе выпить еще раз. Сейчас будет у нас энергия заканчиваться. Скорпион. Ухожу. Тихо, не пуляйся в меня. Скорпион, не пуляйся в меня. Вот так. Не давай скорпиону пройти. Слышишь? Не давай скорпиону пройти. Давай. Стой сам здесь. Да говорю, не давай скорпиону пройти. Есть. Ага, скорпион, я понял. Я тебя понял. На тебя вот так. На тебе из лука. А, ты же сразу пройти можешь, да? Или нет? Тихо. Спокойно. Так.
Опа-па-па-па-па, промазал. Есть, готов. Так, одна крошка есть. Ну, уже хотя бы одна, как говорится, для начала, да? Для начала, в принципе, сойдет. Но мы, правда, сколько уже перебили их и сколько их здесь осталось. Так что я сомневаюсь, что мы 5 нафармим. Так, скорпион, иди сюда. Скорпион, я вижу тебя, иди сюда. Иди сюда, дурачок. Ага, там еще друг твой рогатый все-таки побежал, да, к нам? Ну ладно. Будем справляться, ничего страшного, будем справляться. Куда убегаешь? Ну-ка стоять. Ну стоять. А что скорпион, интересно, побежал? Он же типа должен был сагриться тоже. Ах ты жопа, шнук. Ну-ка, сюда иди. Иди сюда, он сказал. Тихо. Тише ты. Что такое резвый-то, а? Что такое резвый? Смотри, рычит так страшно, а? Прям страшно рычишь. Тихо. Так. Зараза, где крошки? Где мои, блин, крошки? Сейчас опять будем с вами мучиться 10 тысяч миллионов лет, блин. 500 раз сюда придется зафармить нам эту поляну, чтобы добыть нам, блин, эти 5 крошек несчастных. Оп. Так, есть. Слышал звук, приятное ухо, да? 2 крошки. Так, ну в принципе, еще, если вдруг, конечно, начнет. Ага, скоростной скорпион, тихо! Скотин. О, хорошо, хорош, молодец. 3-я крошечка в нашу копилочку, да? Это хорошо. Так, с тобой мы, в принципе, можем побегать. Тихо. Нет, вот опять начинается вот эта хрень. Ешь. Нет. Тихо. Ой, какая жесть. Ладно, сейчас мы немножко поправимся. Сейчас немножко подхилимся. Что-то пирог, конечно, туда долго восстанавливает здоровье. Так, у нас с тобой есть зелье. Одно есть. Давайте мы его используем, наверное. Или нет? Хотя нет, пока пускай полежит. Пускай полежит до лучших времен. Сейчас постараемся аккуратненько это все сделать. И я думаю, нам оно даже не понадобится. Тихо. Главное не попадаться под такие штуки. Вот да, именно под такие. Именно под такие лучи. Сейчас. Убегаем. Так. Стрелой меня удар. Теракс, еще два стрелой. Оп, давай мечом. Граб. Нормально. Так, тихо, спокойно. Тихо, дружище. Ты главное не переживай. Не нервничай так сильно. Все будет хорошо. И давай нам крошку. Крошку будешь давать нам, нет? Видимо, нет. Ну ладно. Переживем. Так. У нас там всего пару мобов осталось, да? Ну, видимо, короче, мы все-таки не добудем. Необходимое количество. Но ничего страшного. Такие скоростные вообще. Да, необходимое количество явно не добудем. Но ничего страшного. Еще раз летаем сюда. В принципе, там еще раз летаем. Ничего страшного не будет. Так. Давай, друг. Твоя очередь. Давай. Беги за мной сюда. Давай. Вот. Постой, потупи, правильно. Давай, я тебе пока немножко попыляю стрелами в тебя. Сейчас меня зак... А, тихо. Не застрять бы главное. Сейчас бы главное не застрять. Тихо. Ну-ка. Ну как ты, зараза? Ну-ка, пирог ешь. Сюда иди. Тихо. Злой какой, а? Какой злой? Ну да, наверное, ты, наверное, от жары такой злой, да? Тихо. Так, что там, выпало тебе что-нибудь, нет? Три крошки в итоге, да? Три крошки. Так, что мы можем сделать? Тут, в принципе, вроде всех, да, разобрали. Ну, в принципе, что мы можем сделать? Можем пойти поспать, как обычно, в общем-то, домой, да? Я думаю, это будет более правильный вариант. Сколок, розы давайте соберем. Соберем. Собственно, и отправимся, я думаю, домой. Домой тогда отправляемся, ждем и возвращаемся сюда. У нас 12 пирогов, в принципе, осталось, не особо-то мы потратили их. Кофе есть, все есть, стрелы 100 штук есть. Я думаю, второй заход должен быть тоже. Ну, в принципе, там 2 куска-то, господи, что должно-то выпасть в конце-то концов. Вот, поэтому я думаю, сейчас... Что здесь такое? Ничего. Окей. Собственно, давайте тогда летим домой, спим и возвращаемся обратно. У нас утро, мы свеженькие, бодренькие, выспавшиеся, отдохнувшие, прилетели сюда обратно, как раз здесь мобики тоже нареспались, и, собственно, будем дофармливать оставшиеся 2 кусочка нам необходимые, да? Куча скорпионов, правда, здесь куча скорпионов, ну ладно, попробуем. Я великанчик, иди сюда. Зараз, какая-то скорпион, иди сюда. Скорпион точно сагрится. О, сразу пачка. Ой, какие вы все, слушайте, а? Неугомонные, ну-ка давайте. Так, иди сюда. Сюда иди, говорю. Тихо. Ой. Какие вы, слушайте, а? Ладно, так, 8, ешь, 8. Так, мы потеряли 21 воду, 44 осколка, 64 пшеницы. Ни хрена себе, а как, боже мой. Ладно, собрались, так.
понял, что лучше такую кучу скорпионов не агрить. Иначе это просто жопец какой-то. Так, ну ладно, в принципе, мы такое все потеряли, да, что легко добываемая вода. Пшеница, осколки тоже хрен с ними, в принципе, да? Ничего такого страшного там не потеряли. Ни зелени никаких, чего такого, да, много. Так, нужно быть немножко осторожнее. Окей. Андромеда, отправляемся. Не очень такое началось все-таки утро, да? Хоть мы отправились бодрыми и отдохнувшими. Ладно, попыточка номер следующая. Так, опять скорпионы, зараза, ну. Теперь как-то стрём, давай тебя, чувачок, поймем. Ага, опять все сагались. Я понял. Так, тебя уводим сюда, уводим. Уводим от остальных, давай. Тихо. Один готов, так. Тихо. Блин, два скорпиона опять. Японский город, что ж ты будешь делать? Так, едим противоядие. Противоядие, сказал, едим и убиваем вас всех нахрен. Так, один готов. И второй тоже сейчас будет готов. Ах ты шопушник, ладно. Ну-ка, не пуляйся меня этим. Вот, все, так, разобрались, только что-то крошки нам не видать, да? Окей, ну мы хотя бы избавились от опасности скорпионов. Окей, так, кто-нибудь идите сюда, ты пойдешь сюда? Давай, иди. Давай ты, дружище, твоя очередь. Хорошо хоть тебя нечем пуляться, вернее, тихо. Хорошо хоть ты ничем ядовитым, блин, зараза, не стреляешь. И не гасишь нас со всех сторон. Да, кучка мобов, конечно, это было не очень умно, так сказать. Ну ладно, сейчас потихоньку все пойдет. Я уверен, что сейчас потихонечку все пойдет хорошо. Так, тихо, спокойно. Да спокойно, говорю. Угу. А, стоп, мы уже один кусочек даже добыли. Как-то проворонил, хорошо. И, собственно, нам еще нужно один для полного счастья, да? Ага, так, вы там все вместе сагрились, я понял. Ладно, давайте, с кого будет нам кусочек заветный кусочек, сказал, с кого, куда пошел, иди сюда. Иди сюда. Ой, тихонечко. Ух ты, жопа, ну-ка не бей меня. Сюда иди. Не бей, говорю, меня. Да хорош. Что ж ты будешь делать, скотина такая. Конь, блин. Так, последний раз. Оп, крошку давай. Нет, понятно, ладно, следующий тогда. Тогда, пожалуйста, подходите, следующий. Следующего, ага, бью одного, идет, блин, другой. Вот это вообще красота, просто супер. Так, ладно, стрелы не буду тратить, сами сейчас подойдут. Ага. Помахай бы сейчас по воздуху мечом, просто так, тихо, аккуратно. Оп. Ах, зараза, достал все-таки, да? Все-таки немножко достал, ну ладно, ничего страшного, мы справляемся. Сюда иди. Давай. Я тут. Ку-ку. Оп, получи, распишись. Халяпс. Ну что ж ты отошел? Ты почти уже тебя добил. Ага, у нас энергия кончается. Энергия, кофе. Кофе это наша. Тихо. Кофе это наша энергия. Да. Именно так. Давай. Давайте побью еще немножко. Стой. Еще надо кофе выпить. Я понял, нужно еще пить кофе. Как можно будет. Ай. Аккуратно, по кустам не надо. Тихо. Отходи. Так, обратно сюда, давай. Оп. Так, и давай мы тебя еще поколотим немножко. Давай. Еще раз убьем. Херак, все, отходим, так. Правильно, разворачивайся обратно. Давай, еще раз. А! Ай-яй-яй, больно. Давай, так, один готов. И остался еще один. Так, я думаю, нам надо съесть пирог все-таки. Что-то надо с КПшечкой немножко просела. Так, тебя тоже, в принципе, один раз, да, остался, все. Ну и что? Есть. Два куска у нас, в принципе, есть. Кто там еще остался? Так, фу-фу, скорпион, рогатый. Так, и там еще... Ну ладно, не будем пока их трогать. В принципе, мы задачу свою выполнили, добыли все кусочки, поэтому отправляемся домой. И сейчас будем заниматься тем, что будем выбирать следующий уровень. Так, давайте, где там база? База. Let's go, как говорится. Let's go. Так, все, супер. Супер класс. Так, не туда. Берем нашу, собственно, крошку топаза. Берем 3 слиточка стали. Вот сюда так отдельно положу. Вот. И поднимаемся за следующий уровень. 12 уровень, кстати говоря, ребята. 12 уровень. Как бы, ну, сейчас. Энциклопедия. 12 уровень. Он, походу, дело последний. Ну, видимо, пока на этом этапе, или не знаю. Может быть, вообще последний он. Финальный. Кап-левел. Там, не знаю. Короче, все. И, собственно, появятся какие-то новые вещи, новые постройки. Или постройки уже даже не будет. Нет, что-то вроде должно быть. Или нет.
Ну, посмотрим, посмотрим, увидим. Может быть, какие-то вторые экземпляры, там чего-нибудь, там, типа, мельница, еще всякое прочее. В принципе, мельницу, по-моему, можно было сразу две ставить. Ну, короче, давайте. Не будем долго разглагольствовать, что называется, да? Берем следующий уровень. И... Тряпс. Та-дам. И у нас 12 уровень. Доступны новые задания. Угу. Так, задание. Энциклопедия. 12 уровень. Мы можем делать фрагмент Force of Nature. Force of Nature, хорошо. Ботинки скорости. Броня 15, скорость бега плюс 20. Не кисло. Похоже на самом деле на кожаную, только с какими-то крылышками. Окей. Горящая стальная стрела у нас появилась. Золотая булава. 70 урон. У нас какое-то 60, по-моему, да? Так, ну она, по-моему, быстрее, если не ошибаюсь. Так, 0,66, а это... Ну, так себе быстрее, но на 10 урон побольше, непонятно. Золотая кожаная броня, 24, нормуль. Золотой шлем, ух ты, прям как у викинга какого-то варвара, да? Так, хорошо. Золотые ножницы появились. Коктейль Молотова, во, вот это вообще очень интересненько. Это очень интересненько, это я бы посмотрел. Посмотрел, насколько это действенно, насколько это эффективно, да, и как это вообще... называется, выглядит. Так, ну, стрелы, перчатки, ярости. Тоже похоже на кожаные перчатки, только как у нас самать. У нас три штуковины, три лезвия. Урон плюс 5. Перчатки, ярости, урон плюс 5. Эй, можно как кастетами пользоваться? Просто как убегаешь гоблину, голову тресть когтями этим. Нормально. Так, ну, в принципе, понятно, тут таким можно мощной брони сделать. Перчаток у нас будет плюс урон, плюс защита. И если какой-то, допустим, биом, кстати говоря, вот там, где мы встретили еще давно, там, по-моему, в начальных сериях, медведя 21 уровня, когда мы гоблина еще первого сорта добыли, или какого-то там, да, медведь был уровня, вот мне кажется, в таком обмундировании, если там температура позволяет, было бы неплохо отправиться и надавать там всем, что называется, по щам. Вот, ну, хорошо, хорошо, дальше. У нас появились роскошные амулеты. Роскошные амулеты силы, которые нам дают плюс 12 урона. У нас это, по-моему, плюс 9, да, сейчас, который у нас есть, дает, да. Так, комфорт, в принципе, те же самые амулеты, только следующего, что называется, грейд. У нас появился стальной тигель, который плюс 50, нихрена себе, 50 производству, быстренько будет все. И точные весы, которые плюс 30 производству, также дают эту алхимический спомнил. Если кто-то... Ну, в принципе-то, не особо много всего и появилось, только броня, да, собственно, грейженная, эти амулеты, стрелы. Фрагмент Force of Nature, вот что-нибудь сейчас посмотрим по него, про него поконкретнее. А, ну и коктейль Молотова, собственно, тоже более-менее понятно, да? Давайте посмотрим пока что за задание. Какие у нас появилось задания. Так. Большой взрыв. Создать 20 коктейлей Молотова. Окей, понятно. В принципе, надо будет посмотреть, что для их изготовления нужно. 20 штук изготовить. Ну, это, собственно, в химическом столе все ясненько. Так, что я закрыл? Зачем я закрыл? Получить еще один фрагмент Force of Nature, собственно, да? Ну, я понял, тоже будет получаться какой... 7 или 8, посмотрим. 6 сейчас у нас, да, это будет 7 получается фрагмент наш. Будет получается 7 фрагмент Force of Nature. И, по-моему, как раз таки из 7 частей создается, если не ошибаюсь, мы сейчас точно посмотрим, воссоздать Force of Nature. Соедини все 7 фрагментов камня, чтобы создать легендарный артефакт древности Force of Nature. Окей, что нам интересно, этот артефакт вообще что-нибудь дает, или он просто как бы будет тоже как украшение, только какой-нибудь камень такой разноцветный стоять. Давайте посмотрим, он в алтаре, да, вроде как делается. Так, вот все роскошные амулеты, которые у нас появились, да, кстати. Ну да. Так, фрагмент Force of Nature. О, господи, фрагмент Force of Nature, давайте смотреть. Ух ты ж, нихрена себе. Ну ладно, 7 фрагментов, это понятно, мы, собственно, потом отправимся за 7-м, за последним, да? Нужно 5 оникса, именно камней, не крошки. 5 аметисты, 5 изумруды, 5 рубины, 5 алмаза, 5 топаза. Всех, короче, видов нужно. Нужны камни, по ходу дела, всех видов, да? И 15 слитков золота. Ну, кстати, вот самое ненапряжное, это реально 15 слитков золота. Потому что у нас монет дофига. У нас и слитки, как бы, если мы это наплавим, это вообще без проблем. Ну и, собственно, фрагмент мы за ним сходим потом, да, когда уже добудем его. 20 фрагментов, то есть останется нам, видимо, чисто фармить. Либо, кстати говоря, опять же, мы можем искусственно выращивать эти камни. Из эликсиров, которые делаются, напомню, из роз, да? То есть мы идем в мельницу, берем с собой розы, берем с собой заранее накрафченные склянки. Но не такие, как в алхимическом столе у нас используются, а не, немножко другие. Тут есть два вида. Так, доменные печи, да? Склянка. И вот нам нужна именно пробирка. То есть нам надо много стекла будет также.
Вот, в принципе, мы сможем это дело все вырастить искусственно, да, все эти камни, переработать их в эликсиры. Ой, господи, розы переработать в эликсиры, и из этих эликсиров уже выращивать, собственно, крошки. А из крошек уже делать камни. Ну да, такой весьма, я думаю, трудоемкий процесс будет, весьма трудоемкий. Довольно-таки. Но я думаю, мы справимся. Плюс можно будет, на самом деле, основную часть, я предлагаю, все-таки пофармить. У нас же есть тут, да, какие-то разные камни. Здесь черные, да, мы добывали, по-моему, эти оникс. А здесь, по-моему, зеленый изумруд мы добывали. Тут что-то тоже, я не помню. Красный рубин, по-моему, да? Тут кассиопея что-то добывали, по-моему. Ну или что-то такое. В общем, несколько видов камней мы точно сможем спокойно нафармить. Тут плюс сейчас камни. И, собственно, еще один фрагмент. Ага. Ага. Собственно, следующий фрагмент, он, видимо, и находится в той области, где как раз мобы 21 уровня медведи. Вот эти как раз здесь начинаются примерно. Когда мы пошли туда и чуть не огребли. Ну, и лишили, собственно, гоблина. Ну, понятно, да. И, кстати, в принципе, хорошо, что не так далеко. То есть мы прям можем протонуться сюда и пойти вот здесь, через этих мобов. Сюда хряпс и поставить здесь портальчик, в принципе, да и все. И посмотрим, что там будет за камушек нам падать. Что за крошка будет падать там нам, да? Ну, в принципе, более-менее понятно все с заданиями. Так, что мы сейчас давайте посмотрим. Давайте посмотрим, во-первых, что нужно для коктейля Молотова. В принципе, да? И примерно прикинем золотые шмотки. Да, золотые шмотки, я полагаю, что нужно будет очень много золота. Золото, опять же, нужно будет монеты. Монеты нафармим, гоблинов поубиваем там и так далее. Будем переплавлять. Так, давайте да, сначала с коктейля Молотова все-таки начнем. Посмотрим, что там нужно нам будет для него, для изготовления. Так, рецепты. Коктейль Молотова. Также слабый, может быть, обычный и сильный. Собственно, трех видов, да, трех грейлей, так скажем. В слабый нам дает 36 урона, альтернативный урон 8, скорость атаки 0,74. Но скорость атаки у них у всех сразу одинаковая, скажу, поэтому не будем на ней зацикливаться, да, что называется. Да и альтернативный урон тоже одинаковый. Основной урон, собственно, видим, когда мы его швыряем, именно вот этот вот урон. Обычный, значит, коктейль, когда у нас получается 42 урона, и сильный 50. Ну, естественно, надо стремиться к сильному. Естественно, нужно стремиться к сильному урону. Будем тоже, наверное, пробовать, собственно, разные вариации. Так, что у нас здесь требуется? Семечки, серьезно, коктейль молота, семечки, нормально. Так, ну, собственно, стандартно, вода, склянка, бумага, чернила, нужны семечки, нужен порошок мухомора и нужен порошок поганки. В принципе, у нас это все дело есть. Ну, я имею в виду порошки вот эти все. Да и семечки тоже, в общем-то, не проблема. 92 штуки есть. Вырастить на грядках подсолнух вообще сейчас не составит труда у нас, в принципе, никакого. Поэтому, я думаю, ингредиентов мы достанем. У нас будет их много. И мы будем пробовать все-таки вводить сильное зелье. Я вот не знаю, правда, что тут будет варьировать. Возможно, даже все три ингредиента придется как-то варьировать. То есть семечки, порошок мухомора, порошок поганки. Возможно, только два. Ну, это мы увидим, когда, собственно, займемся этим. На самом деле мы прямо сейчас можем посмотреть. Ради интереса, да? Делать мы не будем, конечно. Так, а у нас одна склянка тем более осталась. Так, склянка. Бумага. Так, давайте посмотрим. Коктейль Молотова. В принципе, мы сейчас его и сделаем. Давайте один. И как раз таки просто швырнем, посмотрим, как он работает. Просто мне очень интересно. Выбежим, наверное, как всегда, к гоблинам здесь, которые у нас тусуются рядом с нашим обиталищем, да, местом обитания. И в них и швырнем. Посмотрим, как швыряется, как там чего, как куда. Так, вот, одна склянка есть, собственно, да, и ингредиентов у нас пока хватает здесь. Давайте убираем. Да, как я говорил, семечки, порошок мухомора, порошок поганки. Нужно это все дело как-то варьировать уже из трех составляющих. Это уже гораздо сложнее, чем когда только два ингредиента приходится выбирать. Ну, я надеюсь, мы в итоге все-таки получим сильное. Хотя, как знать, сколько попыток у нас это займет, да? Непонятно пока, ну ладно. Собственно, ну, как стандартно, пробуем первый раз все поровну. 0,5, 0,5 и 0,5. Ничего менять не будем. Хотя можно всего единичку сделать, допустим, да? Ну ладно, давайте, как предлагает, так и сделаем. 0,5. И посмотрим, что за коктейль и какое качество у него будет, собственно. Ну и вот момент истины. Смотрим, какой коктейль получается. У нас 67%, кстати говоря. То есть нам сразу обычный, то есть даже не слабый, обычный. Обычный, да сколько у нас там урона он дает нам? 42 урона, да, альтернативный 8, окей. Так, хорошо, куда нам его... куда нам его нужно снарядить? Может взять сюда? Ага. А, ну как бы вместо основного оружия, я понял. Я понял. Давайте попробуем. Попробуем его куда-нибудь швырнуть. Сейчас как раз потемнело, должно быть вообще красочно, мне кажется. Красочно и зрелищно.
все это дело проходить. Ну, посмотрим. Так, я надеюсь, там мобы есть. Ну-ка, сейчас все нас прыгают. Ну-ка. Ух. Ух ты. Ух ты, сразу двух. Сразу двух. Ну да, в принципе, как я говорил, это похоже на то, что мы уже ранее видели вот тут вот, где... Да, вот в этом тропическом биоме, да, как там эти... Кто-то там гоблин или кто там с этими бочками бегали и швырялись ими. Собственно, это на это и похоже. Ну, прикольно, прикольно, забавно сделано. Забавно. Так, собственно, коктейль попробовали мы, да. Кстати говоря, нам уже даже один, видимо, зачелся, да, в задании, да. Нам еще 19 штук надо сделать будет. Ну, как раз мы побалуемся со всякими разными ингредиентами, попробуем по-разному сделать его. В принципе, нам на этого 20 попыток может из 20 все-таки... Ну, вернее, уже 19, но из 19, я думаю, все-таки, может быть, хотя бы одно мы выведем сильное, да, из 19 попыток, и тем образом будет у нас рецептик на него. Так, окей, хорошо. Собственно, нам остается потом заполучить фрагмент и воссоздать фрагмент Force of Nature. Тоже очень интересно посмотреть, что это такое будет, как это будет выглядеть, собственно, и вообще это будет для декорации или что-то будет нам давать. Ну, в любом случае, мы посмотрим все это дело, и как бы пока мы начнем потом потихонечку уже крафтить все. Крафтить новое оружие, я думаю, все-таки, да, броню. Давайте броню посмотрим, тоже быстренько пробежимся. Так, ну, кстати говоря, там, по-моему, биом тоже по температуре нормально, поэтому реально туда нужно именно одеваться в вату, что называется, все целиком самое мощное. То есть у нас будут стальные наколенники оставаться, стальная кожаная броня у нас, видимо, отойдет сразу и заменится на золотую кожаную броню. Здесь всего лишь 7 слитков железа, ну, 40, 10 ингредиентов, 40 шкур, это понятно, сюда будет, добудем, нафармим. 24 брони, да? Ну, неплохо, в принципе, неплохо. А, перчатки ярости на урон, я думаю, мы оденем все-таки. То есть, немножко в броня, конечно, пострадает, но урон тоже там нужен будет, я прям в этом уверен. А, сделаем амулет, возможно, сделаем амулет на защиту еще один, кстати говоря. Но для этого, я не помню, там нужен камень, который пока мы вроде как не добывали. Ну, посмотрим, может быть, вырастим зато искусственно его. Также, может быть, из новых мобов он будет падать, кто знает, да? Ну, посмотрим. Все, все это дело мы посмотрим. Так. Значит, перчатки ярости и ботинки скорости мы тоже сделаем. Они, в принципе, брони очень хорошо дают. И плюс скорость бега плюс 20 будет. Это нормально, будем передвигаться быстрее. 100 перьев нужно. Типа просто, чтобы летать, да, сюда перелопим. И будем, что называется, летать, скользить по воздуху, а не бегать, да. 30 шкур, ну шкур, короче, прилично надо, я уже понял. Ну, это хорошо, это все добудем. Это все добываемо в лесу, звери там, ну и так далее, и тому подобное. Два слитка золота тоже, в принципе, из монет сделаем. Монет есть, золото тоже у нас, в принципе, есть. Это все сделаем, хорошо. И что там еще остается? А, ну, в принципе, все, только вот ботинки, перчатки. А, нет, стоп, подожди, а как же этот шлем? А, шлем, наверное, в наковальне, да? Шлем в наковальне, видимо. Так, идем в наковальне смотреть. Да, золотой шлем, 25 брони дает, офигеть. Ну, естественно, мы его оденем, естественно, мы его сделаем тоже. И оденем две косточки, это, типа, видимо, которые вот эти вот торчат, да, по бокам. 5 слитков стали и 3 слитка золота. Ну, в принципе, тоже не так сложно. 8 брезентов, хорошо, все будем делать, все добывать. Окей. Так, тигель пока не знаю, есть смысл делать, не буду, посмотрю. Булаву, возможно, сделаю 2 слитка золота, да, если 7 слитков стали. Хотя пока не уверен, в принципе. Из оружия нам только булава получается, да, новая появилась. Ну, в принципе, а что, почему бы и нет, да? Так, а сколько нам сейчас 19? Те кожаные даже, по-моему, больше брони, да, или сколько нет? Нет, там поменьше, кстати, есть 19, а те сколько? Сколько эти дают? Ботиночки. А, 15. Ну, зато скорость бега, блин, плюс 20. Зато скорость бега плюс 20 у них. Хотя, в принципе, можно вообще в лапное будет одеться, просто такой закованный рыцарь с булавой. Очень тяжелый, очень жестокой булавой, да? И стальной шлем, в принципе, 18. А, ну шлем фигня. Это 25 и не задерживает нас, что называется. Это что-то небольшое надо. Ну, в общем, понятно. Примерно, так сказать, путь развития наметили себе, наметили. И будем этим заниматься уже в следующих сериях, думаю. Пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, ставьте большие пальцы вверх. И до следующего раза. Всем пока-пока.